где же Леона? Сколько раз говорила, после школы сразу домой. Привет, мам. Явилась наконец-то. Где тебя носила целый час? Да так, с друзьями загуляла. Загуляла она. Я тут волнуюсь, места себе не нахожу. Ну ладно, перестань, я уже дома. Вот и отлично. Посиди с младшей сестрой, пока я готовлю обед. Только нет, а почему сразу я? Потому что ты старшая сестра и должна отвечать за младшую. Ну, капец. Привет, Леона. Хочешь поиграть вместе? Некогда мне детскими игрушками играть. Мне нужно готовиться к свиданию. Но ты ведь моя старшая сестра. Ты должна со мной играть. Я же сказала, что занята. Пусть он мама с тобой поиграет. Ты что дерешься, малая? Мама! Мама! Что такое? Что случилось? Леона не хочет со мной играть. Леона, ну поиграй ты с сестрой. Неужели так сложно? Не могу, я ухожу по очень важным делам. Куда это ты собралась? А кто мне по дому поможет? Да я это, подруге с уроками помочь. Правда? Ну ладно, иди, уроки это святое. Мама, она врет, она идет на свидание. Ах, на свидание? Опять с этим балбесом Димой? Но, мам, ну никакой он не балбес. Он очень даже хороший парень. Видела я, как твой Фил тусуется за гаражами. Я запрещаю тебе идти с ним на свидание. Ну, мам! Лучше позанимайся с ребенком. Ей в следующем году в школу поступать. Ну, спасибо, малая. Зачем ты сказала маме про свидание? Если бы поиграла со мной, я бы промолчала. И что теперь делать? Я не хочу уроками заниматься. Давай скажи маме, что мы позанимались. А ты научишь меня кататься на самокате. Да ну, сама учись. Ну, тогда бери учебник и учи со мной алфавит. Ладно, пойдем во двор, только маме ни слова. Я готова. Что делать? Все просто, отталкивайся ногой и едь. А как же включить самокат, чтобы он сам ехал? Нет, это тебе еще рано, вот когда вырастешь, тогда да. А сейчас по старой методике, толкай ногой и едь. Да ну, это отстой. Тебе просто слабо, мы в детстве так и ездили. Ничего мне не слабо, вот сейчас как поеду. Давай, давай. Эй, ты там поосторожней. Как остановить эту штуку? Ты не туда едешь, осторожней. Помогите! Ты в порядке? Коленка болит. Да я не про тебя, я про самокат. Он кучу денег стоит, надеюсь, ничего не сломалось. Эй, я бы что дарилась, мне больно. Ничего, само заживет. Помоги, я пожалуюсь маме. Ладно, давай посмотрю. Ничего страшного, просто царапина. Мама я всегда дула на коленку, пока она не перестанет болеть. Не, я так делать не буду. Лучше пойдем в дом, нужно обрабатывать царапину. Нет, она будет щипать. Не будет, пошли. Да не двигайся ты. Ты сказала, щипать не будет, она щипает. Как же с тобой сложно. Не поняла, что тут происходит? Вы же сказали, вы уроками заниматься будете. Да, мы занимались, но потом... Леона повела меня кататься на самокате, я поцарапала колен. Что, Леона, ты в своем уме маленького ребенка на взрослый самокат? Ты она сама попросила. Дай сюда, бедная дочурка, больно ударилась. Да, Леона сказала, что ничего страшного. Ох уж это Леона, сейчас подуем и все заживет. Теперь не болит, спасибо, мам. Все, можешь бежать играть. А что до тебя, ты наказана. За что? Я же не виновата, что она не умеет кататься на самокате. Ты старшая сестра, ты должна отвечать за младшую. В качестве наказания ты убираешь по дому. Ладно, мама. Эй, чего кнычешь? Это же не тебя мама заставила делать уборку. Говори, что случилось? Не скажу. Почему? Это из-за самоката? Нет, это девочка из садика, она меня обижает. Что еще за девочка? Что она сделала? Она обзывается и дерется. А ты что, отдала ей сдачи? Нет, мама говорит, что принцессы драться не должны, их защищают рыцари. В таком случае давай я побуду твоим рыцарем. Где живет эта девочка? В доме через дорогу. Отлично, пойдем поговорим с ней. Ты точно в порядке? Да, жить буду. Я позову маму, она тебе поможет. Нет, мама об этом знать ничего не должна. Как ты спрячешь такой синяк? Есть один способ. Пойдем в ванну. Хорошо. Смотри, учись, магия макияжа. Круто, мама ничего не заметит. Я же говорила. Вот вы где, я вас по всему дому ищу. Обед готов, все к столу.
Леона, сколько раз я тебя просила ходить по дому без макияжа, особенно во время семейного обеда. Ну, мне так нравится, так красивее. Кожа должна отдыхать. Оставь косметику для школы. Сейчас же смой это. Нет. Что значит нет? Нет. Смывай или я смою. Господи, это еще что? Да так, самоката упала. Леона, ты что, подралась? Сколько раз я говорила, что нельзя драться девочкам. Мама, она не виновата, она меня защищала. Так ты еще и младшую сестру в это втянула. Ну все, сутки под домашним арестом. За что? Это уже вторая выходка за сегодня. Это несправедливо. Посиди дома и подумай над своим поведением. Вечно мне влетает из-за младшей сестры. Как же надоело это. Чё пришло? У меня из-за тебя проблемы. Я хотела сказать спасибо, что заступила за меня. Мила, но с дома меня все равно не выпустят. Зачем куда-то ходить? Дома тоже весело. Точно, дома. Если я не смогу пойти на свидание, я устрою его дома. Ты хочешь устроить свидание при маме? Мама не должно быть дома. Нужно придумать, как это сделать. Я в это не играю. Сейчас пойду и расскажу маме. Эй, не смей! Если не расскажешь маме, я дам тебе конфет. Моих любимых? Да, твоих любимых. Хорошо, я буду молчать. Алло, Фил, я тут подумала, давай перенесем наше свидание ко мне домой. Да, отлично, буду ждать. Осталось придумать, как избавиться от мамы. Леона, доченька, подай мне там масло на барной стойке. Ой, а тут ничего нет. Как нет? Как мне теперь готовить обед? Придется сходить в магазин. Местные магазины все закрыты. До ближайшего час езды. Значит, будем сегодня без обеда. Ну уж нет, я не позволю своим дочкам остаться голодными. Я в магазин, пока не вернусь, ты заставишь. Да, теперь никто не помешает мне устроить свидание. А куда пошла мама? Так, малявка, живо в свою комнату, у меня сейчас свидание. Но я хочу играть здесь. Мама оставила меня за старшую, так что ты должна меня слушать. А еще у нас был уговор. Дай еще конфеты, я иду. Ладно, пойдем. Вот, больше не дам. Так вот, где ты прячешь конфеты. Не советую лазить в мой тайник, а то пожалеешь. А теперь брысь из моей комнаты. Фил скоро придет, нужно приготовить, чтобы все было романтично. Уже бегу! Фил, ты пришел! Конечно, я целую неделю ждал нашего свидания. Я тут все подготовила, наконец-то мы можем побыть вдвоем. Вау, круто, очень романтично. Рада, что тебе нравится, жди здесь, а мне нужно попудрить носик. Что это? Твой поцелуй лучше на свете. Фу, какая гадость. Ты что, лазишь в моих личных вещах? Не-не-не. Я все видела. Как ты посмела заходить вообще в мою комнату без разрешения? Мне скучно, я хочу играть. Давай поиграем вместе. Какие игры? У меня свидание, а ты не мешаешь. Тебе что, дурачок важнее сестры? Эй, он не дурачок. Ты где вообще таких слов нахваталась, а? Ты будешь со мной играть или нет? Некогда мне с малявкой возиться. Я не малявка. Ты что наделал? Ну, тебя устрою! Ну, стоять! А ну, выходи, я тебе такое устрою! С кем ты там разговариваешь? Я думаю, мы одни дома. А это я сама с собой. У меня традиция такая перед свиданием. Правда? Ты раньше так не делала. Ты иди, не переживай, я скоро буду. На твоем месте была, я бы оттуда не выходила. Давай поднимем эти бокалы кока-колы за то, чтобы... Что такое? Ты опять призрака увидела? Мне нужно уйти, я скоро буду. Опять? Что ты
делаешь? У нас был уговор, я дала тебе все свои конфеты. Я обещала не говорить маме, про свидание уговора не было. Ладно, что нужно сделать, чтобы ты отстала от меня? Поиграй со мной. Что? Сейчас у меня там парень сидит. Давай его позовем вместе играть веселее. Нет уж, поиграем вдвоем, только быстро. Ура, чай пить я играем. С чем ты будешь пить чай? С тортиком или булочкой? Я Спайдермен, пиу, пиу, пау, пау. Эй, ты играешь неправильно. Ты просила поиграть, я поиграла, все, мне пора. Эй, мы ведь только начали. Потом доиграем. Ну все, мне это надоело, пора домой. Стоп, ты куда? Я тут уже минут 20 сижу, если хочешь, чтобы я в следующий раз ушел, так и скажи. Нет, 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 останься, не уходи. У меня были дела, но теперь нам никто не помешает. Правда? Честно, честно. Ой. Доченьки, я дома. Ё-моё, это мама, живо беги в мою комнату. Фух, наконец-то я дома. Надеюсь, ничего не случилось? Нет, все хорошо. А где Луна? Куда пропала моя малышка? А Луна, она... Леона, как ты могла закрыть младшую сестру на веранде? Я не виновата, она сама там закрылась. А если бы она простудилась? Я тебя оставила за старшую, ты должна наблюдать за младшей. Мама, а Леона привела мальчика в дом. Ах ты, стукачка! Ты водишь парней в наш дом? Где он? Да никого тут нет, она все выдумала. Тебе еще рано ходить на свидание, юная леди. Если я увижу хоть одного мальчика, оторву ему уши. Ха-ха, дурачок без ушей. Плохо, дело уже сейчас же избавиться от Фила. Ну, наконец-то, я же с ума здесь схожу. Ну, что придумать, как незаметно вывести тебя из дома? Зачем? Я думал, ты меня познакомишь с мамой. С ума сошел? Тебе уши дороги. Ну да, а что? Тогда живо за мной. Ага, я так и знала. Луна, пожалуйста, не шуми. Сейчас позову маму, и она вам такое устроит. Слышишь, малявка, только пикни, я тебе такое устрою. Слышь, ты что творишь? Она вообще-то моя сестра. Она хотела сдать нас. Это не дает тебе права пугать мою сестру. Че ты ловишься с этой малявкой? Пошел вон отсюда. Такая же ненормальная, как ее сестра. Похоже, это ваше последнее свидание. Спасибо, что заступилась за меня. Не нужен мне такой парень. Обижать мою сестру может только один человек, и это я. Эй, кто натоптал грязь на ступеньках? Ах ты, маленькая. Леона, сейчас же уберись. Сколько раз я говорила, по дому в обуви не ходить. Окей, мам. Второй раз за день. Что ж так не везет? Эй, ты чего сидишь? Помогай! Но мама сказала тебе делать уборку. Эй, вообще-то я из-за тебя в глаз получила, ты мой должник. Ладно, помогу. Давай, давай, теперь моя очередь отдыхать. Я не поняла, почему маленький ребенок убирает, пока взрослая Леона отдыхает? Такая-то я ее к труду приучаю, с детства. Бедняга, вредная Леона заставляет тебя работать. Ну ничего, сейчас Леона закончит уборку здесь и пойдет заметать листья на веранду. Не буду я ничего делать, почему всегда я? А ну не беречь матери, а то оставлю тебя без карманных расходов. Ну и ладно, надоели вы мне уже, жить спокойно не даете. А ну вернись, Леона! Ох, как сложно быть матерью. Сделай это, достали уже. Решено, я уже взрослая, уйду и буду жить сама. Пару дней хватит, а там найду работу и сниму квартиру. Прощай, детство. Привет, взрослая жизнь. Так, нужно найти себе жилище. О, то, что нужно. Буду жить здесь. Кайф, никакой мамы и надоедливой сестры. Взрослая жизнь идеально. Уходи, я здесь живу. Но это наша веранда. Нет, теперь это мой новый дом. Мама приготовила ужин, иди кушать. Не нужен мне ваш ужин, у меня есть своя еда. Вот лавашек. Ну ладно, как знаешь. Жить одно и так круто.
Мам, смотри, там Леона. Не обращай внимания, подуется немного и вернется. Я такая голодная, сейчас бы мама не стряпни. Попробуй заказать еду. Ну вот, батарейка села, розетки нет. Одной жить не так круто, как я думала. Я скучаю за домом. Можно войти? Я тебе обед принесла, ты голодная, наверное. Да нет, я тут ем что хочу. Пиццу, бургеры. Вау, наверное, круто жить одной. Да, очень. Может, вернешься домой? Зачем? Чтобы меня опять доставали? Без тебя плохо, мне не с кем играть, кататься на самокате. Еще никто не защищает меня от хулигана. Ну ладно, я вернусь, если под этим видео будет 10 тысяч лайков. Ребят, надеюсь, вы поможете. Я очень хочу, чтобы Леона вернулась. Честно говоря, я тоже хочу домой. Но только не говорите маме и Луне. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А еще жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока!